я могу гордиться собой как и мамой, как и человеком, как и другом, и, наверное, как актрисой. Всем привет! Меня зовут Ахмедьянова Мария, я актриса театра и кино, и это проект «Верьте». Я максимально творческий человек, наверное, начиная от кончиков пальцев до сердца. Пока я занималась балетом, пока я была в спорте, в легкой атлетике, я там и стрельбой занималась, и в художественной школе училась, не могла сформулировать себе, что я хочу. Походила на спектакли, почувствовала весь этот мир, и я наконец-таки для себя поняла, что я хочу. Мне интересно все. Ну, мне интересно, правда, все, и абсолютно разные жанры. То, что сложнее, то интереснее. Конечно, комедия сложнее. Это, наверное, самый сложный жанр. Здесь нужно затрачиваться намного больше. Тебе нужно постоянно себя чувствовать, приподнимать. То есть это и дыхание, и мимика, и движение. То есть это максимальная включенность, максимальный тонус, даже назовем так. И, наверное, от этого просто наступал момент, когда мой внутренний выключатель выключался. Моя зарядка 0%. Пум! Все, я просто падала, меня поднимали, приводили в чувство, там, вызывали скорую, и бывало, когда и меня скорая и увозила. Вот, нужно было собраться после этого и делать, и сниматься дальше. Я по жизни за правду и стараюсь честно жить и делать свое дело хорошо. Ни на кого не смотреть, никого не слушать, слушать только себя и верить в себя. Ну, как-то так вот я и живу.